Всех рад приветствовать на своем канале. В этом видео хочу вам рассказать, как найти человека в Инстаграме по номеру телефона. Первое, что необходимо сделать, так это просто добавить пользователя номер на свой мобильный телефон, а далее уже будет просто. Когда зашли в Инстаграм, значит, заходим в главное меню Инстаграма, обновляем ее, и в верхнем правом углу мы видим вот такие три полосочки, это наше меню, где мы будем проводить все свои настройки. Далее заходим в настройки. Сниз спускаемся, заходим в аккаунт, далее находим синхронизация контактов и проводим вот эту вот, у меня убрано, давайте отключим, все покажу, как это происходит. Синхронизация контактов и подключаем ее. Сейчас я включу. Так, включил. Чтобы находить людей в Инстаграме, вы можете настроить периодическую синхронизацию ваших контактов. Они будут храниться на ваших серверах. Вы сами выбираете, на кого подписаться. Отключить список контактов и установить синхронизацию можно в любой момент. Значит, провели мы синхронизацию наших контактов. И теперь необходимо подождать несколько минуток. Вот такими вот действиями перезагружаем наш профиль. Это нужно для того, чтобы контакты синхронизировались с вашим Инстаграмом профилем. Кстати, кто еще не подписан на мой Инстаграм, обязательно подписывайтесь. У меня много интересных видосиков, фото. И, кстати, задавайте мне вопрос именно в Инстаграме, так как здесь я нахожусь очень и очень часто. Буду вам отвечать на все ваши вопросы. Далее, подождали мы несколько минуток. Опять-таки заходим в настройки в верхнем правом углу, где три полосочки, помним об этом. И здесь у нас уже есть вот такая вот вкладыша, предпоследняя, интересные люди. Нажимаем на интересные люди. И у нас вот здесь все попадаются контакты, те, которые у нас записаны на нашем мобильном телефоне. И вы теперь сможете с легкостью добавить своего друга, которого вы даже не знали, что он есть в Инстаграме. Или искали, но не могли найти. И хотели просто зайти на его профиль, чтобы посмотреть тайком, что у него там находится. Вот такой вот способ интересный. Кстати, можете синхронизацию провести с другими социальными сетями, такие как ВКонтакте, Facebook, другие. Это очень-очень классный способ. Узнал я о нем недавно. Ну и думаю, он вам тоже пригодится в ежедневном использовании. Так вот, друзья, кому понравилось видео, не забывайте поддержать лайком, подписаться на мой Инстаграм.